Фронтальный погрузчик Челябинского завода грузоподъемностью 5 тонн. Эту универсальную спецмашину начали выпускать в рамках правительственной программы импортозамещения. Большинство комплектующих на Урал поставляют российские предприятия. Мосты для ведущих колес погрузчика производят в Чебоксарах. Наши предприятия вообще специализируются же на поставке комплектующих. В основном это было для дорожно-строительной техники и как комплектующие для наших предприятий. То есть мы занимали нишу, то что мехобработка также должна развиваться. После полученных результатов мы уже начинаем даже внутриреспубликанскую кооперацию. Завод силовых агрегатов более 15 лет специализируется на выпуске узлов и комплектующих для автомобилей, погрузчиков, тракторов и бульдозеров. Среди постоянных заказчиков и крупнейшие концерны страны. К примеру, для новых моделей «Лады» предприятие производит кронштейны подвески двигателя, для «УАЗов» — тормозные барабаны. Спрос на продукцию предприятия за последние годы вырос. На это повлияло и развитие машиностроительного комплекса. Большие объемы заказов на силовые агрегаты после долгого перерыва начали поступать с завода «Промтрактор». Этими прикладными вентиляторами комплектуются двигателя, и которые поставляются потом на Чебоксарский завод промышленных паров, то есть «Промтрактор». Рассчитывается? Ну, сейчас огромные заказы у них появляются практически. Надо только успевать. Мы успеваем. Отставать нельзя. Это завод полного цикла. Цеха оснащены станками для термообработки, шлифовальных работ, цементации металла, гальванизации деталей и вакуумной формовки. Качество продукции – скрупулезный подход. Все комплектующие, которые приходят, они проходят через эту комнату. То есть мы здесь получаем все качественные характеристики на те заготовки, которые мы в дальнейшем запускаем в производство. Также здесь происходит изомер уже полностью готовой детали, которую мы уже потом отправляем нашему потребителю. Главное, чтобы в спешке за повышениями каких-то определенных показателей мы не потеряли качество. Поэтому с этой комнаты все и начинается, и этой комнаты фактически все и заканчивается. Глава республики отметил, что у завода силовых агрегатов колоссальный потенциал. Необходимо наращивать поставки продукции за рубеж. Еще одна важная задача – повышение производительности труда. К реализации приоритетной программы предприятие приступило. С руководством Федерального центра по компетенции договорились о том, что наши десятки предприятий, организации, предприниматели, которые занимаются коммерческой деятельностью, будут участвовать в данной программе. Программа не ради программы, а программа дает соответствующие результаты. Очень правильные решения были приняты на федеральном уровне. То, что создали Федеральный центр по компетенциям, в этих взаимоотношениях понимание у всех есть, и все управленческие команды и специалисты уже самих предпринимателей настроены на получение результата. Первое – это повышение производительности труда. Второй ключевой показатель – это для вас увеличение заработной платы. В первый год реализации программы на заводе начали осваивать бережливые технологии. Все рабочие процессы были оптимизированы, сокращены неэффективные расходы. В основном это заслуга коллектива Чебоксарского завода силовых агрегатов. И мне, как руководителю, очень повезло, то, что, во-первых, наши люди все мотивированы на результат, они целенаправленно и каждодневно выполняют свою работу, и каждый день они улучшают свою производственную, ну, я думаю, то, что и социальную жизнь. Я думаю, то, что вот с той программой, с теми показателями, которые мы совместно воплощаем, то есть там будет только рост заработной платы, и мне бы хотелось, чтобы в полтора раза зарплата наших предприятий выше была в отношении к предыдущему году. И по прогнозам, по итогам реализации программы, показатели производительности завода вырастут до 40%. Без нулевых капитальных вложений, просто за счет внедрения новых оптимальных организационных технологий, самое главное, как мы здесь увидели вот на этом стенде, это борьба с потерями именно по перемещению. Главная потеря здесь – перемещение. Вот то, что у нас есть, были вот тоже перемещения. И элементарные вот эти новые технологии, пересмотр вот этих маршрутов позволяет увеличить объем производства.
Эффективные методы повышения производительности эксперты Центра компетенций намерены тиражировать и на других предприятиях региона.